пьесой Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро» мы открыли заключительный концерт 110-го сезона Ставропольской государственной филармонии. Исполнители – симфонический оркестр Ставропольской государственной филармонии и гость вечера – дирижер Денис Ивинский, город Краснодар. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня зал Ставропольской филармонии полон, у нас аншлаг, и это самая высокая награда для всего творческого коллектива. 2012 год для Ставропольской филармонии, одной из старейших концертных организаций нашего края, год совершенно особый. 110-летие для всех нас не просто очередная круглая дата, это определенный ответственный рубеж, к которому напряженно готовились все наши коллективы. Это и симфонический оркестр, и камерный хор, и многократные лауреаты международных фольклорных фестивалей, вокально-хореографический ансамбль «Слобода». Это студенческая и детская филармония. Это наши уважаемые солисты. Уходящий сезон подарил нам встречи с настоящими звездами. В дни 42-го фестиваля музыкальной осени Ставрополья мы с вами получили редкостную возможность встретиться, услышать, увидеть вживую настоящих прославленных мастеров, народного артиста России Юрия Пашмета и его оркестр «Солисты Москвы», легендарного поэта Андрея Дементьева, живого классика композитора Давида Тухманова. Мы услышали солистов ведущих оперных театров нашей страны и зарубежья. На сцене филармонии здесь выступили прославленные музыканты. Играл уникальный пианист, заслуженный артист России Валерий Кулешов, наш российский пианист, который уже много лет живет и работает в Соединенных Штатах Америки. Здесь, на этой сцене, выступали лауреаты международных конкурсов, виолончелист Борис Андрианов и пианист Яков Кацнельсон. Нынешний концертный сезон подарил нам на редкость много премьер. Среди них цикл «Звезды музыкальной России», в рамках которого выступили прославленный виолончелист современности, заслуженный артист России Кирилл Родин, лауреат международных конкурсов пианистка Анна Вершинина. Вот совсем недавно у нас выступил и наш земляк, лауреат многих международных конкурсов, известный талантливый пианист Владимир Румянцев, который учился в Московской государственной консерватории в классе замечательного профессора Сергея Доренского, воспитавшего таких столпов отечественно-исполнительского искусства, как Денис Мацуев и Николай Луганский. Нужно сказать, что все приглашенные артисты, которые работали в рамках проекта «Звезды музыкальной России» и которые еще будут работать, обязательно выступают и играют с нашим ведущим творческим коллективом. Это наш симфонический оркестр. Главный дирижер – заслуженный артист России Юрий Каспаров и дирижер Андрей Абрамов. Одной из многообещающих премьер уходящего сезона – стал цикл «Вечера поэзии национальных культур». Уже в первом вечере приняли участие известные поэты из Москвы, Ростова-на-Дону, Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и, конечно, из нашего Ставрополя. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что прекрасной, радостной, светлой премьерой одной из самых значимых премьер филармонии стал мюзикл Игоря Левина «Шарман Канкан». Это наш новый совместный проект, проект Ставропольской государственной филармонии, факультета искусств Ставропольского государственного университета и Ставропольского краевого колледжа искусств. Для юных слушателей целый ряд премьер подготовили детская и студенческая филармонии. И, наконец, еще одна премьера –
Это цикл «Молодые дирижеры России». Весной этого года его открыл Илья Петренко, дирижер из города Ростов-на-Дону. Илья Петренко – это бывший ученик нашего друга, наставника, народного артиста России, дирижера Семена Когана. И вот сегодня цикл «Молодые дирижеры России» продолжит наш гость, дирижер из Краснодара Денис Ивинский. Несколько слов о нашем госте. Я думаю, многим, да, наверное, всем приятно будет услышать о том, что Денис Ивинский родом из нашего города, из Ставрополя. Первой ступенью профессионально-музыкального образования Дениса Ивинского стало Краснодарское музыкальное училище имени Римского-Корсака. В Ростовской государственной консерватории Денис Ивинский учился на факультете оперно-симфонического дирижирования в классе знаменитого ныне дирижера, народного артиста России Владимира Полькина. С 2008 года Денис Ивинский – дирижер Кубанского симфонического оркестра, а позднее и Краснодарского музыкального театра. Наш гость удостоен престижных наград. Он лауреат премии имени Леонарда Гатова и лауреат премии главы города Краснодара за высокие достижения в области культуры и искусства. Итак, пожалуйста, встречайте. Сегодня, в День молодежи, с программой «Симфонические шлягеры» у нас в гостях дирижер Денис Ивинский. Программа первого отделения концерта продолжит музыка Михаила Ивановича Глинки. Прозвучит вальс из оперы «Иван Сусанин». Thank you.
Йоганнес Брамс, венгерский танец номер 6. Thank you.
Петр Ильич Чайковский, испанский танец из балета «Лебединое озеро». Из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Thank you.
Мария Роберта из оперы «Иоланта». Солист, народный артист России Борис Бруснев. Арам Хачатурян, адажио из балета «Спартак».
продолжит полонез Огинского «Прощание с Родиной». Thank you.
Военный марш из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Thank you.
Дмитрий Шостакович, романс из кинофильма «Овод». Отделение концерта завершит полька из балетной сюиты Дмитрия Шостаковича. Thank you.
завершилось первое отделение концерта «Небольшой антракт». Понравилось. И в то же время что-то такое, чтобы как-то характеризовало те места, откуда я приехал. И я остановился на музыке Исаака Осиповича Дунаевского. Во втором отделении нашей концертной программы прозвучат несколько произведений этого композитора. И вот одно из них. Вальс из кинофильма «Кубанские казаки». Thank you.
Там, куда ладно.
Вы знакомы с творчеством Асторо Пьяццолла? Аргентинский композитор, да? Знаете, что он еще написал? Либертанго. Либертанго? Да. Еще. Хорошо. А вы знаете, что помимо того, что, во-первых, Астор Пьяццолла внес огромный вклад в мировую музыку, вы знаете, да? Его сочинения просто в корне перевернули традиционное танго, знаете, да? Представь его в современном ключе, вобрав элементы джаза и классической музыки. Помимо того, что Астор Пьяццолла был гениальным композитором, он еще был блестящим исполнителем, а он играл на... Банданьон. Что такое банданьон, знаете, да? Такая маленькая национальная аргентинская гармошка. И музыка Пьяццолла настолько популярна во всем мире, что играют ее на всех инструментах. В нашей концертной программе звучит либертанго. Солист оркестра, блестящий кларнетист Сергей Нацаканян. Thank you.
я вам обещал, Дунаевский. Полька из кинофильма... Чайник электрический. А? Саксофон. Ну, скрипка может быть, да? Скрипка, а? Театральная машина. Дорогие друзья, а если я вам скажу, что специально некоторые композиторы пишут произведения для печатной машинки с симфоническим оркестром, вы мне поверите? У меня другой был заготовленный ответ, что нет, не поверю. Так, Лерой Андерсон, концертная пьеса для симфонического оркестра и печатной машинки. Тишина в зале. Несите инструмент. Как хорошо, что в этой прекрасной филармонии есть такая замечательная машинка, работает итальянского мастера Антонио Скагилла. Thank you.
Так, друзья мои, кто хочет спеть? Я! По-моему, вы уже сегодня пели. Ну хорошо, а что бы вам хотелось бы такое спеть? Что-нибудь из Дунаевска. Ну, естественно, из Дунаевска. А это? Что-нибудь из Дунаевска. Thank you.
Кто хочет подирижировать? Сейчас спущусь в зал и выберу жертв. А на балкон? Все смотрю, дирижировали, да? Никто не Thank you.
Давайте вспомним старый добрый вальс Исаака Осиповича Донаевского, который так называется «Школьный вальс», и вместе споем. Сейчас вам раздадут слова, те, кто не помнит. Пожалуйста. Берите, не стесняйтесь, хватайте, их мало. Давайте, оперативненько. Те, кто помнят эти слова, по рядам пускайте. Этот вальс. Все поем. Вы так передавайте, и они будут передавать по рядам дальше. Вот дальше, вот в эти вот ряды, где люди сидят далеко. А на балкон! Балкон будет запевать. Передавайте, друзья мои, передавайте друг другу. Давайте. Учится уже спеть. Ну давайте. Все, готовы? Так, тишина. Сейчас заставлю кого-то пережить. Тишина. Заставлю без удовольствия. Теперь давайте договоримся. Вступление каждого куплета я вам показываю вот таким вот образом. Вот этот знак означает внимание. Готовы? Итак. Музыка Дунаевского, слова Матусовского. Школьный вальс. Играет симфонический оркестр Ставропольской государственной филармонии и сводный хор партера. Готовы? Балкон подпевает. Итак, внимание. Каждый год мы вспомним боль.
Thank you.
знаете, бис, это в переводе с итальянского повтор. Есть даже такой анекдот. Вот представьте себе театр Ласкало. И одному тенору кричает: бис, бис, он вышел, спел. Бис, он вышел, повторяет. Так раз 15. На 16 раз он выходит и говорит: да сколько можно, и кричат, пока не споешь чисто. Тайну. Я на самом деле им только мешаю. И лучше без меня. Спасибо вам. Дорогие друзья, итак, подошел к концу юбилейный 110-й концертный сезон Ставропольской государственной филармонии, но наш юбилейный год продолжается, и поэтому сегодня мы не только говорим вам «до свидания», но и заранее приглашаем вас на открытие будущего 111-го концертного сезона, который у нас стартует 1 октября в 243-м фестивале «Музыкальная осень Ставрополья». До свидания, до новых встреч!